У вас, дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, мир вам! Сегодня мы так э, с вами окунулись немножко, да, э, соприкоснулись слегка э, с еврейской культурой, с еврейской традицией. Э, насладились пениями такими вот еврейскими, да, немножко так вот по-другому сегодняшний вечер, сегодняшнее служение, увидели прекрасную постановку. Наверное, все-таки это не спектакль, а постановка. Обычно спектакли делают там на какие-то ну, придуманные истории, события, а это постановка. Поставили то, что происходило когда-то. Мы с вами увидели, посмотрели. Конечно, тяжело лично мне представить Есфирь блондинкой, но вот э, сестра достаточно хорошо так вот э, держалась тоже, как кипарис действительно стройный, э, показала, наверное, всю ту гордость, которая была у эфире, такая еврейская ее гордость, которая во многом толкала и помогала ей делать то для чего Господь ее пославил, поставил именно в те э, события, именно в том месте, в том народе. Э, она выполнила то предназначение, которое Господь уготовил ей, как хотелось бы каждому из нас выполнить то, для чего мы поставлены Богом в этом месте, в этом году, вот в этом офисе работаем, вот в этом доме живем, вот среди тех соседей, для чего-то Господь нас куда-то и поставил. Откройте, пожалуйста, книгу из, это уже будет Новый Завет, Ефесиным, 2 глава, 8-9 стихи. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8, 9 стихи. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Когда я говорю слово спасение, то мне неизменно вот в голове ассоциации приходят сразу такие вот тупик какой-то. Тяжелое что-то, вот безвыходная ситуация, четыре стены, яма какая-то. И вот слово спасение, оно вот э, как будто кто-то сверху взял, достал тебя откуда-то и поставил в безопасное место. Все тяжело, все сложно, и кто-то указывает тебе дверь, указывает тебе единственный правильный путь, ты выходишь. Спасение пришло. Вы знаете, у народа израильского в то время э, ситуация, которая сложилась, это действительно была тупиковая ситуация. Выход было себе сложно представить. Послушайте, царь дал своему первому человеку после себя, дал перстень и говорит, пиши все, что хочешь. Это все равно, что вы сегодня возьмете под пусты, пустым листиком бумаги, подпишитесь, а там человек пусть пишет все, что хочет перед вашей подписью. И царь доверился этому человеку. Вы знаете, тот момент э, вот... Э, казалось бы, может быть, незначительный момент, но гордость человеческая настолько сильная, настолько это серьезный грех в человека, что вот не поклонился Мардыхе, этому Аману, и захотел он истребить весь народ. Захотел истребить весь народ абсолютно всех. И он скрежетал зубами, он, может быть, хотел этому человеку тут же ответить, что-то сделать, но он скрежетал, так сдерживал себя, говорит Священное Писание, но он выжидал вот этого мести, вот этого дня такого. И вся, весь народ израильский находился именно в такой тупиковой ситуации. И были разосланы эти письма. И в письмах было написано три слова. И все эти три слова говорили об одном и том же. И эти три слова очень простые. Убить, погубить и истребить. Убить, погубить и истребить. Где бы ни находились в этих областях. Убить погубить и истребить. Одного слова было бы достаточно, да? И настолько было сильное это давление правительства, настолько сильное было это давление на народ, ситуация была просто безвыходной и просто катастрофической. И нужно было действительно спасение, нужно было чудо, нужно было в такой момент обращаться действительно только к Богу и только у Бога искать выхода из этой ситуации. И наша жизнь сегодня, дорогие мои братья и сестры, она полна действительно таких ситуаций. Полно в нашей жизни таких тупиковых ситуаций, когда уже четыре стены, уже идти некуда. И только тогда очень многие люди вспоминают о Боге. И, к сожалению, статистика говорит о том, что далеко и не все люди вспоминают о Боге. Когда случаются какие-то безвыходные ситуации, люди порой принимают какие-то кардинальные решения для себя и для своей жизни. Один из таких известных людей, который входил в пятерку самых богатых людей в Германии, звали его Адольф Меркли. Он основатель фармацевтического фарма 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 концерна «Радиофарм», всем нам известного. Этот человек 5 марта 2009 года бросился под поезд. Его состояние составляет 19 там, с хвостиком целых 0,7 миллиардов долларов. Что побудило этого человека броситься по поезд и закончить жизнь самоубийством? Он проиграл на бирже, он что-то сделал не так, не то купил, не тогда продал, потерял там 500 миллионов евро. И все. И этот человек для него кажется, что все, наступил вот тот предел, наступил конец. И на следующий день все газеты сказали, что его нашли мертвым. Он бросился под поезд недалеко от собственного дома. И картина ужасающая такая по всему миру. Братья и сестры, я когда прочитал эти цифры, я просто ужаснулся. 1 миллион сто тысяч человек в мире каждый год заканчивают жизнь свою именно так, суицидом. И еще больше в четыре раза у людей, которые делают это, но не получается, вовремя находится кто-то рядом когда безвыходная ситуация когда вот такие вот четыре стены двери не видно вверх посмотреть человек не, не может догадаться додуматься он совершает вот такой шаг и враг душ человеческий хочет чтобы люди шли именно по такому пути он делает все для того чтобы поставить человека в такие ситуации из которых казалось бы нет выхода но выход есть и этот выход называется слово Спасение. Священное Писание говорит «благодатью вы спасены». И это через веру. Вы знаете, мне кажется, что не было бы веры у Мардахея, не было бы веры у Исфири, и ничего такого бы не произошло. Посмотрите на слова Мардахея, он очень интересно говорит. Он начал предлагать Исфири вот этот план, то, что он думает, о чем он думал. Говорит, ты пойди, сделай, вот приди, нужно сделать вот так, вот так и вот так. А если нет, Он говорит ей, то с другой стороны Господь пришлет спасение народу своему, а ты и семья твоя, она может погибнуть. Представляете, насколько вера у человека, что Господь все равно избавит, все равно сделает. Не через тебя, так с другой стороны. Очень большая вера такая у человека, что спасение, оно действительно придет. А сколько веры из эфире надо было. Набираться нужно, время было для этого. Она подготавливала себя, говорила, вы молитесь за меня, вы поститесь, я буду это делать. И она, она и не сразу же, как только пришла к царю, царь говорит, ну, незваная пришла, ладно, прикоснись к скипетру этому. Это знак того, что она, хотя и нарушила закон, но царь ее прощает, она прикоснулась, говорит, проси. Проси, говорит, до пол царства тебе отдам. Настолько красиво, наверное, эта девушка была привлекательна, что царь ее увидел, у нее сердце сразу же вот медом и елеем борода, не знаю, как еще вот красиво было посмотреть на нее. Говорит, проси, до пол царства тебе отдам. Наверное, 99,9% из нас, наверное, бы что-то попросили бы сразу же, да? Пользуясь просто, царь спрашивает, говорит, так давайте. Она говорит, нет, царь, приди, Приди на ужин, поужинаем, возьми первое лицо после себя, премьер-министра, приходите. Пришел царь и снова говорит и вечером, когда покушали, проси, что ты хочешь? Какая просьба твоя? Чувствую царь, не зря, наверное, вот как-то вот так она пришла без приглашения и пир созвала, проси. Она говорит, приходи еще завтра. Еще есть терпение, еще есть, еще есть возможность попаститься, еще есть возможность помолиться, Нужно выждать это время, чтобы Господь начал действовать. Спасение это, оно обязательно придет. Есть вера у нее. Не просит ни в первый день, не просит ни во второй вечер. Ждет. Вера есть. Работает вера в сердце. Будет спасение. Верю. Знаю. И в третий раз она сказала свою просьбу. И естественно, царь отреагировал, и он отреагировал достаточно правильно как мудрый правитель, как тот человек, который покорил вокруг себя достаточно много областей, достаточно много людей. Он, конечно же, понимал всю катастрофичность этой ситуации, как для его имиджа, для его авторитета, также и для того, что может происходить в этой стране. Он, естественно, тут же отреагировал. И отреагировал так, что ситуация поменялась коренным образом. На 180 градусов все поменялось. Моя бабушка прожила достаточно длинную такую жизнь, и она с 12, 12 лет была верующим человеком. И она всегда мне говорила: я помню еще со школы маленьким, она всегда мне говорила: Запомни. Говорит, что завтра те люди, которые твои, на сегодня твои враги, твои недруги, желают тебе зла, они могут завтра стать твоими лучшими друзьями. И твои лучшие друзья завтра могут стать тебе врагами. Она говорит: Верь только в Господа что он может все поменять настолько, что ты не узнаешь. И я себе слушал ее, знаете, я часто думал, ну как это может быть? Вчера я с ним ругался, с этим человеком, там, воевал с этим мальчиком, да, там он мне что-то не давал, как это завтра он станет моим другом? Но не может такого быть. Еврейский народ это увидел в одночасье, в одно мгновение, насколько велик Господь, насколько великом могущество Божье, насколько Бог может каждого из нас в жизни вот так все раз и поменять. В одночасье, мгновенно. Виселица уже была готова. Почитайте дома книгу Исфир. Там написано, что высота этой виселицы была, помните, 50 локтей. Вот локоть, 50 сантиметров. 50 умножить на 50, 25 метров. Вот что нужно, вот, 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 что хотел этот человек. Да? Ему не просто хотелось убить этого Мардахея Амана. Он хотел, чтобы тот вот висел на обозрении всем. И не просто вот, да, 25 метров. Я спросил Михаила Теренча, сколько до потолка здесь в нашей церкви? 14 метров. Можете представить, да? Насколько гордость человеческая, она хочет возвыситься, насколько она хочет вот иметь верх над всеми и показать свое «я». Вот я могущественный, я сильный, я великий. Господь смотрит на людей, наверное, и думает, куда же вы стремитесь, чего вы просите, к чему вы вообще идете. Задумайтесь, остановитесь. Пепел и вретище в то время сделались постелью для народа израильского. Пепел и вретище стали постелью. Люди все время лили слезы, люди все время плакали, молились и переживали. Это то состояние, которое Наверное, э, ну, не скажу привычно, но достаточно часто может э, быть и в нашей жизни. Когда нам действительно ничего не остается делать, и мы молимся Господу, мы просим у Него, мы постимся. Это угодно в очах Господних. И Господь неоднократно в Священном Писании указывает нам на то, что когда мы собираемся принять какое-то важное решение, когда в нашей жизни какое-то тяжелое такое вот время наступило, то нужно молиться и нужно поститься. И три дня это делали, делал народ израильский по появлению Мардахея. Это делала царица Исфир со своими служанками. И вспомните, пожалуйста, когда Иисус Христос начинал свое служение, через что Он прошел – это тоже был пост и молитва, это была пустыня. Когда было тяжелое положение у, там, не знаю, пророка Божия Ионы, он на три дня тоже попал туда, в те обстоятельства, где ему приходилось поститься. И, конечно же, приходилось молиться. И, наверное, только через такой вот шаг нужно было выждать это время. Поэтому она говорила, и один день не сказала свою просьбу, второй день не высказала свою просьбу потому что должен был народ помолиться Господу искренне, должен был народ всецело показать Господу, на что, они, на что они готовы. Пепел, вретище, люди не поднимали головы, плакали, обращались к Господу, показывали всю свою зависимость от Бога, чего так часто не хватает сегодня нам в жизни. Когда мы какую-то часть осознаем, что это Божья часть, а какую-то часть мы проблем свои говорим, ну, это я решу, это мои проблемы это я смогу сделать. А вот это, вот это уже не смогу, это только Господу нужно молиться. На самом деле мы все цело и полностью принадлежим Господу. После молитвы это то, через что мы должны проходить в нашей жизни, потому что действительно ситуаций очень много, решающих моментов, когда нужно принять какое-то кардинальное решение, их тоже очень много. И пускай, пускай нас не пугают такие ситуации, потому что Бог в одно мгновение, в мгновение ока может поменять совершенно эту ситуацию. И на этой огромной виселице, на которой должен был быть повешен один человек, висел совершенно другой. И должен, должен быть уничтожен быть один народ, но были уничтожены совершенно другие люди, которые хотели смерти этого народу. Письма были разосланы во все областя, и эта машина уже запустилась. А царь он настолько велик, настолько могуч, что в принципе своем он не может взять и отменить свой указ и тут же послать другие письма. Нет посланы, посланы были другие письма, которые говорили о том, что народ израильский может защищаться. Они могут делать все для того, чтобы не произошло то, о чем говорили эти первые письма. Этот был первый приказ. И люди защищались. И много крови было пролито в это время. Много крови было пролито, но пролито крови было... Во-первых, в первую очередь Библия говорит о том, что это было 10 сынов Амановых. Это пострадали те люди, которые очень хотели крови, очень хотели того, чтобы уничтожить этот народ. И Господь показал свое великолепие, показал освобождение. И Господь показал, что спасение, оно действительно в вере нашей. И можно много дел разных сделать, можно ко многому стремиться, но если это все делается без веры, то это будет похоже просто на какие-то наши обычные дела, недальновидные, незапланированные. Когда мы что-то начинаем делать, не знаем, чем это все закончится, и лишь только вера, она способна дать нам. Такую уверенность в будущем, такую уверенность в Боге, что мы твердо можем сказать, не знаю с какой стороны, с этой или с этой, но спасение придет. Потому что такой наш Господь. Он чудный, он вечный, у него есть ответы на все вопросы, у него есть выходы из любых ситуаций, у него есть для нас все самое лучшее. И Господь открывает это для каждого человека, для каждого из нас. Многие люди, к сожалению, не находят выхода, как я говорил, в этой жизни. И Священное Писание открывает наш, для нас этот выход. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». И дальше интересно идет 10 стих в послании к Ефесинам. здесь пишут, написаны такие слова. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот есть фирь в ней выполнится, исполнила она этот стих. «Ибо мы, Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А мы, как люди верующие, дорогие мои братья и сестры, тоже всецело должны понимать и первый, и второй, и этот третий стих, который мы только что с вами прочитали. Должны понимать, что вера, что мы спасены через нашу веру, но Бог дал нам эту веру, Бог поставил нас жить именно в те обстоятельства, и в то время, и в том месте, для того, чтобы мы делали это добрые дела, чтобы прославился Отец наш Небесный. Этот праздник Пурим, или Пурим, как правильно я не знаю сказать, он, это один единственный, наверное, праздник, который празднуется уже достаточно долгий период времени, который утверждал не Моисей. Да, народу израильскому, который возник вот через такую вот историю, через вот такую вот ситуацию. Это радостный праздник, который празднуется целых два дня. И люди радуются, радуются освобождению, радуются тому, что Бог проявил свою сильную руку. И все благодаря тому, что кто-то где-то верил и делал, верил и творил добро, верил и делал нужные поступки, такие, какие Бог ожидает от нас. Мы можем верить и можем делать. Но лучше всего, когда мы будем и верить, и делать одновременно. И да благословит нас Господь на такую хорошую христианскую жизнь, чтобы люди видели наши добрые дела и прославили Отца нашего Небесного. Аминь. Давайте мы помолимся. Я рад, дорогие друзья, что вы были с нами последние полчаса. В наших программах мы говорим о самых важных вопросах бытия, о смысле жизни. Мы говорим о Боге Творце, говорим о Вседержителе, говорим об Иисусе Христе, который дает ответы на те вопросы, которых нельзя найти в учебниках школы. Если у вас возникли дополнительные вопросы, замечания, предложения, вы можете звонить по телефону, который видите на титрах, либо прийти к нам в Церковь евангельских христиан-баптистов. Картамышевская 8 каждое воскресенье в 10 утра. Мы ждем вас. Да благословит вас Господь.